Вот она добрала. Она маленькая, мы сейчас быстренько пройдем, водички попьем и вернемся опять работать. Дальше идем до мезотрофного болота, обследуем его, фотографируемся на трактор. Ну, вот она хорошая. Экскурсия заканчивается. Мезотрофный — это левое питание. Я учился гидроболотом, слышал. Если что, специалист по болотной площади. Дипломированный. Считает посетиться на болоте. Мы даже знаем принципы работы харвестера и мульчера. Да. Ну, на него принципы остановки актуальны. Ну, ты же знал, какая штука здоровая, нет? Данил, то есть ты знаешь, как его случилось сломать? Данил! То есть ты знаешь, как его случае чего сломать наиболее эффективно? А вот здесь вот очень интересное место, потому что здесь очень хорошо сохранившаяся дубрава. И она потрясающе разнотравная. То есть первый полог — это деревья, в основном дубы. Потом идет кустарник, орешник. И дальше разнотравие. Причем у нас проводили экспертизу, здесь очень много различных трав. Причем в том числе такие, которые даже зимой остаются зелеными. Да? Грибы-то здесь, опята, здесь ландыши, нет, очень богатые. На самом деле вот тут проблема следующая. Здесь очень много пенсионеров, и эти люди, они перед лесом живут. Вот тебе смешно, а у нас в Химках вода абсолютно непригодная для питья. Я вот здесь вот в роднике бабушки берут себе водичку. Вот я, например, воду заказываю, покупаю или там вожу откуда-нибудь. А это дорого. У бабушек такой возможности нет. И, по сути, их лишают нормальной воды, раз. Во-вторых, они здесь летом себе собирают ягоды, грибы. То есть для многих у нас такая жизнь, извините, что для многих это такое неплохое подспорье. И вот представьте вот эту всю красоту, вот под ту. Вот чувствуете разницу физически, да? Чувствуете разницу, как здесь клёво и как там было нам жарко. Лес остужает воздух. Смотрите, как нам здесь хорошо. И они вот это все хотят уничтожить под ту просеку. Она же прям подошла к полотну, к дубраве. А? Вот осталось 6 разметки, видите? Мы ее уничтожаем. Мы сделаем такую разметку на каждом дереве здесь. На этом выработке. Да, они хотят это уничтожить, да. То есть вот это... Серега, криво красил, 90. Видим много. Да, мы послушаем. Была создана специальная комиссия, но она так и не заседает. Ну вот, собственно говоря, теперь мы в таком тревожном ожидании. Они могут в любой момент сюда вломиться, а это природная зона, особо охраняемая. То есть, ну, ее, правда, планировали, она ей не дали этого статуса. Но, тем не менее, ее вот почти приняли. Алло.